Мы продолжаем серию репортажей о людях, которые сделали все ради победы в Великой Отечественной войне. На этот раз наша съемочная группа отправилась в Красночитайский район, к труженице тыла Зинаиде Елеменкиной. И с нами в лагере работали вожатые. До сих пор я их помню, красивые девочки были, девушки. Вот они между собой разговаривали, нам так вслух не говорили. Началась война. В июне 41-го Зинаиде Елеменкиной было 11 лет. Она хорошо помнит, как старших ребят отправили достраивать дорогу в Ядринском районе. А ей, маленькой девочке, пришлось управлять телегой с лошадью. На обратном пути выпало колесо. Колесо надо вставить. Дужку еле-еле поставили. Вот тяжело было как. Силы не хватает. Маленькие. Тяжелый труд изо дня в день. Так прожила Зинаида Максимовна всю войну. Девочка научилась косить траву, готовить сено на зиму, собирать картофель. Только им и питались. Целый день на кошерке, на картошке. То картошку сухую варим, картошку в воде варим. По-разному научились. А хлеба не было. Без хлеба. Даже соли не было у нас. Как мы жили, не знаю. Хлеб вскоре появился. Правда, пекли его не из пшеницы, а из картошки. Маленькая Зина научилась и этому. Тертая картошка. А потом эту тертую картошку, месить надо сухим крахмалом. И ставили в печку. Вот получается хлеб крахмальный, вот, то есть картофельный, очень вкусный, белый такой, пышный. Такие маленькие хитрости помогли пережить войну. После победы над немцами получила образование. Я учительский институт туда назывался после войны. Скороспелый институт нас готовили за 2 года. Кончила, а потом кончила в Горьком. В студенчестве познакомилась с будущим мужем, Валерианом. Он прошел всю войну солдатом, получил орден Отечественной войны. После свадьбы работали учителями в одной школе. Она преподавала географию, он – географию, биологию и пение. У Зинаиды Максимовны, конечно, я не училась, но Валериан Иванович был моим учителем музыки. Он руководил школьным хором. Я в этом хоре пела. Спустя годы ученицы и учителя стали друзьями. Помогают друг другу и поддерживают. В сентябре у Зинаиды Елеменкиной юбилей – 90 лет. До круглой даты еще 5 месяцев. Но она уже точно знает, что загадает. Я бы как хотела, чтобы войны не было.